А чё, здоровки всем, по новой, чё у нас там? Строится, варится, парится, надо посмотреть. Точнее, надо бы вспомнить. Так, ладно, пока паузу отжимаю. Так, а вот торговцы у меня какие-то вообще-то все странные тут. Это не мои ребята. А у нас, я вижу. Так, ну размер 1500. Неожиданно. Топлива нет вообще, но он все равно прилетел. Я могу сказать, молодец, конечно, но на самом деле все гораздо хуже, чем я думал. Так, и где мой вообще первый флит? Никто не в курсе. Здоровки, парни. Чего вы тут делаете? А, мы охраняем вот эту вот шахту, которую постоянно доставали. Mining Station. Сколько там осталось? 156, да? А, нет, поменьше. 53 всего лишь. Так, по исследованиям дай-ка мы пробздимся. Да ладно, мы уже исследовали то, что мне нужно. А, отлично. Йоу. Все. Я смогу нормально оторваться. Я посмотрим, какой у меня плюс будет. Хотя вообще мы строим хотя бы эти, как там его, колониальные кораблики-то. Spaceport Military Ship. Фрегатов 720 щита. Ну ни хрена себе. Так, вы вообще-то у меня должны быть на автомате. Начнем с этого. А что это автомат сбросился? Не понял. Так, вообще-то у меня не это смотрел. Exploration Colony меня интересует. Да, колонии строятся, их не уничтожают. Это хорошо. Ты где? И какого черта ты здесь без ретроида?
Блин, и мне от тебя толку-то, детям. Летает он здесь по округе. Так, этот коричневый гад меня начинает доставать. Так, первый флит у нас. Здесь мы смогли отстоять станцию. Но не можем ее отстоять вот здесь. Это крайне хреново. Ладно, мы заплатим им за ресурсы, хрен-то с ними. Гребаный читер. Станция хоть теперь может обороняться более-менее. Ну, правда, они тут тупят. Так, ну мне надо все равно изучать размер кораблей. По-другому тут не получится хорошо это сделать. Так. Ну и моя красавица. Випон, хай-теч, ну, блин, хай-теч, конечно, мне нужен по-любому, но и остальное пригодится. Так, погоди-ка. Vulcanic Colonization тоже надо. Так, мне нужен продукьон. Продакт. А здесь что? Команд-центр улучшенный. Ладно, четверочка. Мониторе фактили. Ладно. Так, это мне тоже не подойдет. Inchange транспорт. Черт. Сканеры, конечно, у меня лучше. О! Таргет трекинг. Блин, я не знаю, что дальше тут изучать. Здесь-то знаю хотя бы. Пусть он сразу делает эту вот хренотень. Он занимается разной бабуйней. Дестини. Фьюжн. Оружие мы изучаем потихоньку, оно мне, правда, не так сильно важно. Ну давай поставим, чтобы оно хотя бы попробовало что ли потом добить всю эту хренотень. Я даже, блин, не знаю. Не очень оптимальное решение. Идите лесом. Так, это у нас интеллект. Так, интеллект миссион. Так, давай интеллект миссии я поставлю, чтобы он выполнял тогда на автомате. Ломать я вообще тут выключил. Так. Ладно, пока так оставлю. Будет попроще немного. Все равно, извиняюсь, я болею еще. Если буду гундосить. Хотя тут запись тоже после обработки. Ведет себя неоднозначно.
что-то важное уже взорвалось. Охраняйте бедолагу. Мне надо, чтобы ты мининг станции тогда себе сделал хотя бы МК-2-шный, что ли. О! Там зверья развелось. Кстати, здесь какой-нибудь газ есть полезный? Нет. Кослон. Я вот не знаю, может не попробовать как-нибудь синего зажать. Но если ресурсов нет, ты издеваешься? Гидроген. Так, а может здесь есть какие-нибудь ресурсы? Тудериус. Даже тут размножается. Интересно, ну, жалко, нельзя поиграть за этих живых существ так. Но у нас пираты там на газу интересно себя ведут. Очень страннее становится все. Так, как у меня там идет дела с постройкой? Пойду прибью всех. Да, это будет, конечно, не сразу. Но это будет мне приятно. Так, мининг-станцию я, пожалуй, пока не буду заморачиваться. Вот с газюльками надо заморочиться. Она не очень большой, конечно, стала, но это она и есть, да. Хотя у меня вопросов еще больше стало. Подруга, ты газ добываешь вроде бы. Но не тот, который мне нужен, да? Мы используем за место топлива, то, блин, понять не могу никак. Гидроген, что ли? Крилон, кослон. Это мне известно, что мне сейчас деньги хорошо потекут. Толку мне от этих денег, когда мне их девать, блин, некуда. Из-за топлива такие дикие просадки, что ж, пипец. Ну, хотя бы базы все обеспечены. Да, я бы сказал пару слов.
против, а не строительство станции, по ходу дела. Так, что мы можем заколонизировать? Мне нужно вулкан колонизировать. Пока, пожалуй, это все оставим, пусть оно здесь и будет летать. Можем мы здесь эту планету заколонизировать? Есть смысл? Боюсь, что нету смысла. Что нам может пригодиться? Мининг-станция у нас здесь стоит, это значит карбон-фибр, вряд ли. Так, карбон-фибр, карбон-фибр. Здесь у нас планета Айс, да? Тутериус. Здесь у нас газовая стоит. Так, погодь-ка. Значит, Айс. Слушай, может быть, и будет мое спасение? Надеюсь. Не уверен, правда. Мы пока заколонизировать не можем, так что да, будем пока ждать. Но это уже интереснее стало. Так, посидел, просмотрел. Что-то странное, короче. Непонятное, в общем-то. Этого не хватает, того не хватает. Я не знаю, народ. Я на этом моменте закончу сезон этого мода. Потому что, как ты можешь посмотреть, у меня такое впечатление. Ну, во-первых, я не вижу, каких мне ресурсов не хватает. Это, блин, критично, простите. Из-за этого у меня остановилась стройка. У меня не хватает какого-то топлива, я тоже не могу посмотреть. И, походу, раньше вообще, насколько я понял, на газовых гигантах... Практически на любых мы могли добывать себе необходимое количество топлива. Но видно, здесь некоторые виды топлива, они просто не считаются за топливо, идут как торговля. Как бы это вроде бы здорово, но на самом деле, простите меня, но это ахинея. Единственное, чем могу сказать точно. Так что да, я этот сезон заканчиваю, сейчас буду начинать другой. Не знаю, что этот мод такое особенное делает. Но я лично особенно вот ни хрена не заметил. Сплошные непонятки, таких ресурсов у меня нет. Да, все моды на эту игру не рабочие. По тем или иным причинам. Я сожалею, то, что сезон это так обрывается. Всем удачи, всем пока.